Всем добрый вечер снова, наши уважаемые зрители. Возвращаемся мы после очень короткой паузы. Там буквально пару минут мы отлучились, подготовились к следующему бою. А у нас тут по-прежнему мастер Сузусорд категории тандемы. На карте Трюрец, Белика, Стрелок 90-х и Сика-5. Ну а на комментаторской позиции с вами я, Дмитрий Песок. Теперь уже мой коллега Ваня Ротвейпер, а также наш оператор Веталь. Привет, Ваня. Привет, Дима. Привет все. Привет, Веталь, которого я очень давно не видел. Ну и в принципе сегодня тандем должен быть достаточно интересным, потому что примерно равные соперники встречаются как в прошлом поединке, так и в этом. Поэтому, думаю, будет интересно. Главное, чтобы это надолго не затянулось. Прошлый поединок, я думаю, ты оценил, да? Да, особенно последний раунд. Я уже думал, придется переносить этот. Но, как мы выяснили, тандемы с ХЗД оказались крепкими орешками. Ну да, они покрепчали к концу четвертого раунда, чему мы были, скажем так, рады в какой-то мере. Но у нас уже другие ребята на карте. Итак, Сик опять пытается увести флаг на дашке, он выезжает на ДДшку. Кстати, мы по-прежнему на карте Долина. Ну, конечно, Долина. Он имеет шанс увести, потому что он видит аптеку, через нее будет уезжать центром. Тут уже респов даже нет красной команды, и это будет доставка первого флага уже через секунду буквально. А, ну у них еще на респах, да, лежит, которую также могут забирать. Стрелок 90-х промахнулся. Белека попал, но это не сильно повлияло на ситуацию. Трурец в любом случае увез еще один флаг. А вот Цик, конечно, очень неудачно перевернулся сейчас. Ну, совсем удачно, все равно 2-0 есть. Ребята синей команды уже впереди, они молодцы. Ну, это же маленькая карта. Тут, в принципе, 2-0 это не особо важный результат. Хоть это и хорошо, конечно, но в любом случае отыгрываться тут гораздо проще. Ну, если контролить тут каждый дроп, то как раз на вот этом вот и дропе можно увозить по 2 флажка. Да, мы уже доказывали это предыдущие коллективы. Большего, в принципе, не надо. Дроп законтролил, увез 2 флага, ушел в позициональную игру, и все. Стрелок очень забавную рису сейчас выдал. Ушел после этого в минус, к тому же. Главное, что он после этого минуса не встал. И сейчас отлично Сика скидывает флаг под Трюреца. Правда, они попадают под рельсу от Белеки, но Трюрец будет доставлять третий флажочек. Стрелок 90-х почему-то спит. Или он ждал рельсу, пока выдать, я не понял. Ну, видимо, его что-то отвлекло. Кстати, дроп начал снова падать. Вот Дашка лежит на респах красных. Отлично, Трурец сбивает рельсу у Белеки. Из чата тебе приветик передают, Вань, там зрители с тобой здороваются. Это хорошо. Это замечательно просто, что в этот светлый праздник с нами собралось столько зрителей. Я напомню, тут около 230 человек, по крайней мере, я видел вот сейчас. Так, Трюрец пытается вывозить, он на дашке, он взял аптеку, стрелок 90-х против него, он на одну рельсу, сейчас ли Трюрец грамотно отыграет, Сика 5 его поддержит, это будет доставка четвертого флага. Сика мажет, но там было сложно прострелить, это оправданно, скажем так, но Трюрец спасает ситуацию, и флаг будет возвращен, доставлен, 4-0 впереди синяя команда. Как не своевременно Трюрец падает в минус, Белек как раз сейчас на фулл дропе. Собирает его и с флагом уже выдвигается на доставку. Это будет ответочка первая от красного тандема. 4-1. Белека может успеть еще флажочек как минимум ввести, но может и 2. В лучшем случае. Только вот Белеке надо попадать, чтобы увозить, а стрелку надо не падать в минус. Пока это совершенно не работает, потому что, ну, как-то очень расхлябанно ведет себя красный тандем. Наверное, из-за того, что это первый раунд, и они еще не собрались, но пока очень много косячит. Вот за первые 4 минуты боя точно. Знаешь, в прошлом бою мы тоже видели много косяков, мы их отмечали. Как мы без этого-то можем? Итак, есть подхват красного флага и синего, оба игрока по одной рельсе держит. Белека пойдет через аптеку, отлично, он выдерживает две рельсы с аптекой этой и будет продолжать его. А вот у игрока синей команды проблемы. Белеки также сам проблем, он падает в минус, просто в минус, вот так вот. Хотя мог доставить, там вполне без проблем он бы сделал 4-2, я так понимаю. Ну, стрелок, вот сейчас ему удастся законтролить свою ДА,
и в принципе может турец как-то. Хотел сказать, опередить. Вот Белека молодец, стрелок не совсем. Два раза промахнуться по Труреццу, это ни в какие ворота не лезет. Конечно, стрелок добил Белеку ДДшным, но... Почему Цика... Сука сейчас лезет на стрелка? Надо было ехать просто по центру и вообще ни за что не переживать. Ну или хотя бы, да, через эту аптеку. Ну, попадать надо. Хотя бы иногда. Сука сейчас что-то замудренное пытается сделать. Я так понимаю, он дроп вот этот вот хотел дождаться. Он дождался его, взял ДДшку, но по нему прилетает рельса от стрелка по диагональке. Ну, стрелок все правильно делает. Едет, забирает ДДшку соперника. И ему надо пытаться как-то мансить вот этом вот коридорчике и канале. Отличную лицу, кстати, он выдает на опережение. Хорошая игра от него. Но и Белека должен помочь стрелку. Зря он сейчас заряжает. Можно было дождаться. Своего напарника можно было дождаться. А Белека что-то странное делает. Белека почему-то не стал подстраховывать стрелка. Очень его странно. Подстраховка немного другого была. А, варианты, скажем так, какую ресурсика выдает с прыжка, и сейчас он поверху везет, стрелок 90-х внизу, по нему вряд ли выдаст рельсу так просто, а Сика убьет стрелка. Нет, убивает рельсу, ну хорошо, это доставка пятого флага от синего коллектива. 5-1, уже через секунду. Ну, пока я бы не сказал, что синий тандем прям сильно переигрывает красный, просто... Почему-то красный пока больше косячит, чем синий. Вот и в минусы падают непонятные, там дроп не забирали в начале раунда. Из-за этого, конечно, некий дискомфорт они в игре испытывают, вот как и сейчас, например. Минусе, да. Тика его убивает, потому что хочет вернуть флаг, а Трюрец будет собирать дроп, он видит дашку, ДДшка падает только на его стороне. Даже возвращаться, конечно, не стоит, потому что надо прикрывать тиммейта своего. Он сейчас может, я так понял. Или попадает по Белеке? Нет, Рурец попал, вот сейчас он промахнулся с вертушки. Но я думаю, что синий тандем уже уверен в своей победе, уже более-менее расслабленно играет. Пока рано быть уверенным, 3 минуты, за них еще можно что-то предпринять, чтобы сравнять счет. 4 флага — это реально, скажем так, пока что. Стрелок 90 отправляется в полуминус, даже почти в минус он там. Трюрец его подпирает, и тот делитится отлично, а Сика выдвигается на ДД, но надо оставлять ДД. Трюрец бы взял ее, думаю. А так Трюрецу придется отыгрывать без ДДшки, очень сложно, конечно. Но зато Сика доставит. Уверенно, но я доставит. Я думаю, что Трюрец не сильно расстроен. К тому же он выдержал две рельсы. Ой, это какие-то очень странные минусы, вот это серьезно. Много минусов жизнь, сегодня, но... действительно. Что в первом бою там мы видели не раз, что вот во втором. В первом бою их было просто дофига, особенно от коллектива ХЗД. Они постоянно фактически там лежали. Ну, зачастую. По крайней мере, те раунды, которые я смотрел. И сейчас тоже. В принципе, на синий тандем этот минус не сильно повлияет. Они и так выигрывают, но в любом случае. Синий тандем снова в атаке, они стрелка пытаются сейчас отреспать, но на респ уходит Сика, и теперь 3 раз один в атаке, по нему рельсы пока не летят, он целый. Надо дождаться тиммейта, я полагаю, пока он тут с Белекой разбирается. Сика видит отличную аптеку, хочет от нее отыграть, он так и сделает. Притормаживается, правильно подъемчики делает. Ой, как он сейчас мансит-то. Я думал, он прям в минус уже упадет. Сика очень четко отыграл. Стрелок промахнулся по нему и... А почему он дашку не взял? Я только... Он, видимо, не видел расходник под названием «Двойная защита». Так я сегодня, кстати, поиграю в танки обязательно. Тут у нас осталась минута до конца. Я думаю, что синий тандем точно выиграет. Поделюсь своим горем. Я не играл еще в танки. Ты говоришь, что ночью будешь играть? Наши зрители ждали нас на серверах. Подожди, как так? Мы их обманули? Мы вчера, по-моему, говорили нашим зрителям, что будем вечером помню, играть. Да, но как-то не пошло. Я что-то спать захотел сильно, и как-то мне пришлось. Но я сейчас точно поиграю. Я, правда, не знаю, где найти битву хорошую. Мы вчера не то чтобы поиграли, но я помню, в часов 10, когда мы пришли в нашу ДС, там с Маркусом и Криминалом на лунной тишине залетели на третьи этажи. Чуть-чуть побаловались, конечно. Тоже уместно. А на карте у нас тем временем 6-3. Возвращаются в игру красные.
пытаются, по крайней мере, это сделать, но времени уже им, конечно, не хватит для того, чтобы хотя бы сравнять счет, поэтому можем констатировать победу тандема Тружеца и Сиги. Сига классный ник, он меня смущает каждый раз, когда я его говорю. Как бы не ошибиться, знаешь, блин. Я думаю, что это Цика 5 все-таки, а не Сика. Ты думаешь, это прям Сика? Сика? Почему не Сика? Ну, ну Сика это хочешь, как-то хочешь странно Цика? звучит. Ну, Цика тоже странно звучит, подожди. Цика 5. Цика 5? Ну, Ну, подожди, там И. Если читать на английском, то оно вообще будет иначе звучать, конечно. Сика. Так а что означает Сика 5? Я просто я не совсем понимаю, что Сика 5 значит. Ну я тоже, я читаю, как вижу. Так, что Может, у чатик, нас? значит? Что у нас там в чатике? Я не знаю, может, это Зика? Зика? Не, ну Да, тут ну... никак, как можно из CZ Это сделать? не Зика, точно, и не Чика 5. Хотя Чика 5 круто звучит, конечно. Там буквочку H добавить бы, было бы чик опять. Так, а почему Зика 5, если там буква С, а не З? Да нет, ну это явно не Зика, это наш... Дойч. Нет, на Дойче тоже С не будет никак зачитаться. C-A-K-A. Неплохо. Вот моя будущая жена делает, говорит. C-I-K-A. Неплохо звучит. Правда, тяжело выговаривать, поэтому я бы предпочел Кика 5, к примеру. Ладно, так, C-I-K-A и Трюрет сейчас будут начинать второй раунд. Конечно, их тандем тоже, но мы ждем от них, конечно, продолжения их победоносной серии побед. Победоносной серии доставок, скажем так. Что за перерыв, то не перерыв, это, скажем так, подготовка к раунду всегда. То есть раунд 12 минут, 2 минуты на подготовку, 10 играют они. Стандартно, всегда. Так, 24 секунды, на карте у нас ребята в минусе, как обычно, это хорошее начало. Финализирует оно о том, что мы продолжим считать, сколько наши игроки покажут нам свою верхнюю часть корпуса, скажем так. Уничтожение проходит, отлично, и кто у нас начнет выходить вперед тут? Кто же начнет выходить вперед? Как у нас быстро нитра падает, посмотри, сразу же после начала. Дашка там на той стороне падает уже так быстро. Белека уже получает лесу заодно. Засмотрелся он куда-то. Угу. Ну вот Трурец забрал, да? Хотя стрелок 90-х, казалось бы, хотел ее контролировать, но, видимо, не пошло. Да, но Белека возьмет аптеку, это уже хорошо. И падает Дашка на стороне синей команды. Падает и ДДшка там же, Сика... Увозит флаг. На ДДшку хочет остаться, и он ее возьмет. Трюрец тем временем тоже берет двойной дроп. Стрел 90, конечно, по сике не попадает, но... Белека все еще на карте, он на одну рельсу, скажем так, для обоих игроков. Ну, поэтому будет доставка первая от коллектива именно красного снова. Ну, так это и понятное дело, они забрали весь дроп на карте. Сейчас небольшой был пролак на танках. Ну, в принципе, пока... Да, бой проходит полностью под диктовку красных, и если честно, у Белеки со стрелком нет особых шансов пока. Ну, они знаешь, прострелов... Они прострелов, бою, видно, так, что не знают. Не, ну тут синий тандем не знает очень многих прострелов, к примеру. Просто он не выдает их. Красные в этом плане гораздо лучше. Плюс ко всему, они еще и дроп контролят хорошо. Поэтому я подозреваю, что этот бой может и в 3 раунда закончиться. Будем надеяться, что твои подозрения оправдаются. Хотя на это не надеются явно игроки синего тандема сейчас. 2-0 у нас уже на карте. Трюрец вместе со своим тиммейтом CIKA 5 выигрывает. Катюха плохого не посоветует. Звучит это CIK, как будто, знаешь, какого-то супермаркета название, или какого-то бренда.
Там Спартак гол забил, черт. Это обидно, я считаю. Ну а у нас красный, тоже красные выигрывают. Вот одно разочарование. Везде эти красные. Фу. Сейчас синие будут иметь возможность повести в счете, потому что они остаются на карте, и дроп, скажем так, будет их, потому что Белек это уже подъезжает к дашке, стрелок возвращается на ДДшечку. Белека выдает рельсы подряжаться, надо, чтобы стрелок только помог, а то сейчас получается, что Белека один в атаке, и, конечно, это очень сложно. Стрелок мажет. Ну, конечно, что же сейчас можно сделать? Рельс попадает по Белеке, и, наконец-то, стрелок сливает рельса. Белека видит аптеку, через нее поедет, и стрелок на нитре должен увозить. Только бы убить Сику еще. Сейчас, конечно, красные в самой плохой ситуации, потому что у них будут флаги уезжать конвейером. По крайней мере, два флага точно должны уехать, если они смогут разобраться сейчас с Сикой. Да, они разбираются, и, да, Белеку везет еще флажочек. Ну, на этот раз весь дроп собрал синий тандем, и благодаря этому, собственно, так думаю, будет выигрывать, хотя вот Белека промахнулся. Если сейчас Сика выдержал бы дверь лисы, то это было бы, конечно, фатально для Белеки, но все случилось очень удачно. И даже третий флаг будет на конвейере уходить. Сика выдаст рельсу, конечно, по стрелку, но и тот не промах даст. Ну, кто-то ж даст по стрелку, да? Нет, стрелок целый въезжает. Я надеюсь, что хоть кто-то попадет. Даже четвертый флаг будет конвейером подхватывать Белека, но тут уже точно должен состояться возврата, точнее, воза. Сика попадает. Молодец, надежно играет. Получает он, конечно, рельсу, но этого ему еще мало. Он идет в атаку, сливается. И на карте у нас по игроку остается целым. Но флаг красных остается сверху, это может быть опасно, поскольку Белека и стрелок под него подбираются очень так коварно. Ну, конечно, может быть опасно, и было бы опасно, если бы синие были немножко порешительнее. А так как Белека слился, Цика или Сика или Сейка и АА5. Или Зика вообще, да? Зика там тоже. Цикас еще есть. Там был вариант Цикас, это цветок какой-то. Цикас фикус, блин. Так, что, стрелок опять на дропе, стрелок подхватывает флажочек и увозит, снова синие будут контролировать дроп, смотри. Просто профит, как надо играть. Так это самый простой способ выигрывать в тандеме или в соло. Ты контролишь дроп, и иногда тебе надо еще попадать при этом. Просто в первом раунде синие на этом самом дропе падали в минус, из-за этого у них немножко не пошло. Или вот мазали в упор, как сейчас это сделал Белека. Стрелка заканчивается Дашка, теперь уже дела пойдут попроще. Дашка есть тут еще, я так понимаю, на стороне синих. Ее возьмет кто же? Трюрец, да? Нет, Белека. Так что для красных ситуация все еще усложняется, поскольку два игрока на двойном дропе. Отлично Сика отыгрывает в противостоянии со стрелком, и теперь Белека возьмет флажочек. Куда он везет? Наверх надо вести, конечно же, что он пытается реализовать, но рельсы по нему летят. Мажут друг по другу Белека и Трюрец. Вот так вот. Вот так вот бывает. Вот так вот. Вот так вот Белека увозит и доставляет уже пятый флажочек, 5-2 в пользу синих. Уверен, начали красные, но вот что-то у них не пошло дальше, к сожалению. Не пошел контроль дропа. Пожалуй, надо более качественно относиться к этому компоненту. Тем более, карта абсолютно равна. Я вообще тут не вижу даже сильной или слабой стороны. Да. Смотри, они абсолютно равны. Да, они даже не зеркальные. Карта и ничего лишнего. Вот такая да. Идеальная карта. Вот смотри, три кустика. Даже кустики на самом флагштоке тоже совпадают. В общем, куда карта, видимо, сложнее, чем Парма. Не знаю, кого кто хотел бы тебе помочь в подсчете кустиков на карте. Интересно. Так, стрелок пытается вывозить флаг. Он на одну рельсу, и три раз должен его разбирать. В этот раз красный контроль дроп получше. Сейчас еще, если три раз возьмет аптека, он ее возьмет, он должен с респа сливать. Теперь Белеку. Белека, ну, Трюрец, что ты делаешь? Это Белека круто отыграл, он зафантомился в Трюрете. Да, Трюрец поспешил, по-моему. Очень поспешил.
Трон 3 раза будет увозить флаг, он берет еще нитру, хотя остается всего лишь на одну рельсу. Сейчас главное не промазать по белеке. Да не Цену надо. заблокировать. Турец Отлично. вообще не надо стрелять. Правда, вот есть одна проблема. Вот это Сика или Цикас или Чика. Он не забрал дашку. И в итоге сейчас стрелок будет на этой расходке. И, возможно, увезет флаг. Хорошо, они отфокусили белеку, но вот стрелок все остает. Хорошо, что он Пусть же сейчас он в был минус не упал. опасен, да, чуть в минус не упал. Его труп спас, если бы не было бы трупа, он бы лежал уже кверху лапками. Вот как Турет сейчас, например. Что-то у нас 3-5 и 2 минуты до конца, сейчас бы красным по-хорошему возить 3 флага подряд, а мы видим совсем другое. 3-5. Хотят они, чтобы мы видели 4 раунда, хотят. Вообще, пятая чика, это, в принципе, неплохо. Это получается, где-то должно быть еще 4. Я даже сейчас попробую найти. Четыре Где это? чики. Вань, нам хватит, да? Нормально, нормально. Я, в принципе, могу пока и один покомментировать, если, Дима, ты пойдешь искать мне 4 чики. Хотя, жена же будущая тут. Так, сика 1 нет, сика 2 нет, сика 3. Сика 3 есть, это звание там, которое передорен офицером 1. Сика 4 есть, это звание перед тем, как... Вот, которые перед этим. То есть две маленькие сики и одна большая у нас на карте. Я думаю, нам не стоит с ними связываться. Банда сик? Ты на это намекаешь? Вообще, банда сик, это как-то очень странно звучит. Вот банда чик еще ладно. Банда цикусов тоже неплохо. А банда сик, это как-то не очень. На карте у нас сейчас уже 7-3, и да, это у нас победа команды Белека и Стрелок 90-х. Мы будем переходить уже в третий раунд очень скоро, пока мы тут говорим о сиках. Ну, а о чем говорить, в принципе... О яичках, конечно. Кстати, я не поздравил вас с праздником. Поздравляю. С Пасхой. Яички, куличи, все в деле. Покрасила сегодня фиолетовый цвет свои яички. И потом скушал. В принципе, неплохо на завтрак вышло. Прям все фиолетовые. Ну, 3 да. Секунды. Да, у меня только фиолетовая краска была, поэтому пришлось. Фиолетовый красный цвет, на самом деле, да. Ну, именно фиолетовая. Я знаю, что можно еще... Типа из луковой шкурки делать такую желтоватую краску. И еще из чего-то, но я не помню. Но у нас в бою счет 1-1. В принципе, и тот тандем доказал, что они неплохо контролируют дроп. И вообще неплохо играют. Не то, что Зенит, который сейчас проигрывает 1-0 Спартаку, это не совсем плохо играет. Да, 1,5 минуты комментаторы дают призы только своим мультам. Я выиграла, а меня кинули. Блин. Вань, у тебя есть мульты, на которые ты скидываешь призы? Как? Катюша, ну если я не буду... А чем, мне Димины яички, что ли, красить? Почему? Я купил яйца. Почему я не могу их покрасить? Как-то это... Это принцип больше. Это не по-христиански, я бы сказал. Поэтому, ну... В общем, мои яйца останутся моими, и они будут фиолетовыми. Не трогайте мои яйца. Ты их уже съел. Я только одно съел, у меня еще 3 есть. У тебя 4 было, да? Да, было 4. Да, то есть Спартак нет, ну хотя да, я думаю, что он станет чемпионом, но все равно болею за Зенит, конечно же. А на карте у нас, кстати, построение, или попытка сделать построение. Пока это какое-то подпрыгивание от рыжеца было. Как отследить свои киллы за вчерашний день? Их публикуют в специальном разделе на форуме, там есть обязательно он, я точно знаю, что он есть. Так что идите туда и смотрите, что вот за вчерашний день там точно есть уже.
Сегодняшний день будут завтра, но призы обещали начислить в течение 48 часов после окончания конкурса, а мы начинаем... Нет, третий раунд. Я почему-то в четвертый уже хотел переключиться, но пока мы в третьем. Белека уже в полуминусе, он встанет из него, конечно. Уйдет стрижаться, молодец, и теперь красные переходят в атаку. Но Белека на одно лицо этого мало, конечно. Правильно, Катюша, куриные, конечно. Ну а тут вот Тружец, ты прав, на одну лицу. Стрелок очень круто разбирается с Сикой, а Белек разбирается с Тружец. Нет, что с Тружец. Кстати, Белека на одну лицу только остался, надо ему аптеку законтролить, я бы ему советовал это сделать. Что-то как-то синий тандем расслабились вот после первого раунда и как-то стали совсем не очень. Да, сейчас Белека будет доставлять первый флаг в этом раунде. Но снова на дропе. И он видит еще там ДАшку, тут ДДшка, то есть красные сейчас будут отыгрывать от него, и я так понимаю, что у красных есть все шансы выиграть и этот раунд, если они дальше будут контролить дроп, так как это было в первом раунде. Ну, контролить дроп и не ложиться в минус, это, конечно, очень важно. Ну да, Белека сейчас в минусе лежит, у него все под контролем. Это он начинает вспоминать первый раунд. Я так понимаю. Сика, отлично. Блин, ну как-то Сика, я не могу это читать Сикой. Как-то Сика вообще не канает. Но он ДДшный уходит, по нему все промахнулись, это будет счет 1-1. И еще сейчас он сам не попал. Хотя даже остановился, чтобы прицелиться. Очень странный момент сейчас был, конечно. И еще раз Сика промахнулся. И еще раз промахнулся. Это третий промах подряд. Парень на фулл хаус. И попадает он сейчас. Четвертого раза попал, конечно же, в упор там. Тяжело было не попасть. А вот Трурец в минус падает. Нет, Трурец альтуху крутит, а Белека падает в минус. Забавная ситуация. Ничего не скажешь. Так, а счет у нас равный, неплохо. В прошлом раунде все было немного иначе. И ребята ждут дроби. Я вижу, ДДшка уже падает у синих, у красных пусто. Да, красных пусто тут. Ладно, да. Да, матч действительно хочется посмотреть там. Ну, Трурец попадает по стрелку и на ДД. На ДД он сейчас промахнулся второй лицой. А стрелок будет забирать аптеку, скорее всего, правда, она его не спасет. Да, там ДДшный Трюрет все порешал, Трюрет выезжает теперь на ДАшечку. Белека по нему пытался упасть, если бы он упал, то ДАшка ему не досталась, конечно. Сика доставляет второй флаг. Ну, пытается доставить, Трюрет сейчас довершит это начинание. Только от Белеки скрыться, все правильно он делает, и доставляется флажочек. Да, кстати, синий тандем вышел вперед, уже Трурец на фуле гоняет. Вот законтролить бы ему аптеку, вот это было бы идеально, надо уходить на нее. Трурец должен ее увидеть или хотя бы успеть, но... Да не успеет, он ДДшку видел, вот это все, что он хотел узнать, где она лежит. Я не совсем понимаю вопросы, в чем будет участвовать Big Tanks. Ну, я так поэтому понимаю, он играет на живом турнире, и ребята ждут его боя, но мы не будем транслировать его, да? Да, Big Tanks точно участвует в нашем турнире, но если по заявкам зрителей, мы, конечно, можем показать его бой в следующей стадии, если он, конечно, пройдет дальше. Ну а пока Трурец с Сикой собрались и уже показывают более-менее адекватную игру, Трурецу надо мансовать и пытаться убить стрелка. Все правильно, я думаю, он делает. Ну, уже долго счет держится вот таким вот более-менее равным. В предыдущих раундах мы видели более такое жаркое противостояние, там счета были побольше, а сейчас 2-1. Ну, просто там совсем много косячили у нас игроки, что те, что те. А сейчас либо они еще больше косячат и не могут доставить флаг, либо все-таки немного собрались с мыслями и начинают более-менее отыгрывать. Да, правда, вот Троец в минусе снова. Они какие-то странные рельсы выдают, я поражаюсь. Неужели они не понимают, что в минус упадут?
На каких-то на подъемчиках пытаются их выдать. Странно, странно. Но сейчас все идет к Почему тому, должно что складываться, красный. Кобелек? Да, Вот для стрелок стрелка правда. все очень плохо, хотя вот смотри, что он делает, ты это видел, да? И сейчас он Сильно, летуху еще и сильно. пытался выдать, то есть он надеется, что ему повезет до конца, но так не случилось. И он остается на одной ресурсе, рядом он, конечно, разберется, а вот Сика его убьет точно. Табелека подбирает двойной дроп, он возьмет еще аптеку, и вот сейчас бы Трюрец убить, тогда бы ложик очень просто доставить, но немножко усложняет он себе задачу, теперь он только выдвигается на флаг вражеский, Сику он убьет. Прямо сейчас уже туда попадает. Попадает, конечно. Ну, Береки, в принципе, сейчас красный тандем должен доставлять еще один флаг. Берека на ДАДД и просто он не выпустит спов синих. Как-то слишком странно начали играть ребята. Вот Трурец и Сика. А Белек очень выдерживает много. Еще одну рельсу, он выдает еще по Сике ДДшную, и теперь будет возить. Надо только вот теперь же вдвоем Трурца законтролить. Да, ему это удается, а Белека респит и своего тиммейта, и вражеского оппонента. Теперь Белека вывозит, Сика мешает ему, в полный минус чуть не лег, его за не будет, как я понимаю, тут все сложно будет. Очень хорошо Сика выдает рельсу, я не понял, как это получилось. Он же там за стеночкой стоял. Ну, стоять, не падать. Соответственно, по нему и попали. Наверное. Хорошо сказано. Хотя я не уверен. А сейчас тут много промахов, конечно, от ребят. От одной, что от другой команды. Сейчас Белека... Ну да. Белека все-таки забрал ДД, у него будет первая рельса. Нет, все-таки у Сики первая рельса. Тот того добивает, а вот стрелок 90-х будет надо. Да. Еще и целый, к тому же. Да, Трижец и Сика очень заблаговременно стреляют, и это дает стрелку шанс. Но Сика пытается вывозить, он на одну рельсу остается, по кромке везет, тут стрелок 90-х его встречает и попадает, конечно же. Ну, я так понимаю, пахнет доставкой. И у нас на карте ну, будет да. 5-2. Это и будет доставка Белека на ДАшке, стрелок на ДДшке, еще они аптеку заберут. И вот главное сейчас было Белеке не дать лицо своему. Да, 5-2 все-таки. 2 минуты еще до конца, шансов исправить у синего тандема маловато, как по мне, потому что за 2 минуты при такой игре увести, ну, можно только на дропе, который будет падать уже скоро, я так думаю, хотя он на них очень поздно падает. Ну и, к сожалению, этот раунд также уходит у нас в копилку именно красного тандема, Белека и Стрелок. Все-таки они собрались после неудачного первого раунда. Пока рано об этом говорить, ну, все-таки еще нет, 2 вообще минуты. Не рано, тут после таких мансов от Ружеца совершенно немало. Да совершенно не рано, ну как можно так падать в минусе, когда ты играешь на васпе? Кстати, очень круто сделал Сика, я так понимаю. А, Белека, да, очень круто сделал Белека, он вниз спустился, чтобы его тиммейт мог флаг подхватить. У нас есть доставка 6 флага, 4 флага разрыва, это уже... разгром. К сожалению, для игроков синего тандема. И у нас получается по раундам будет 2-1 в пользу стрелка 90-х и Белека. Им остается выиграть, либо сыграть ничего 4-й раунд, что уже задача, скажем так, попроще, чем была у них во втором раунде уж точно. Ну, да, тут явно Белека и стрелок собрались и... После первого раунда фактически не допускают ошибок. По крайней мере, не так много в минусе лежат, и дроп начали контролить. Так что пока уже без шансов для синего тандема. Что после первого раунда я думал, что это все закончится 3-0 в пользу синих. Теперь я думаю, что закончится все 3-1 в пользу красных. В пользу красных, которые сейчас, они поменяют стороны, будут синими, именно в пользу Белеки и стрелка 90-х. Да, конечно. Все поняли. Итак, 20 секунд до конца, ребята могут доставить еще 7-й флажочек. 17 секунд, Трюрец попадает по Белеке, но это ему не мешает. Доставить флаг, 7-2.
10 секунд до конца, заканчиваем мы этот раунд, относим его к Белеке стрелку 90-х, общий счет у нас 2-1. Мы перейдем к четвертому раунду, где синим придется очень постараться. Ты со мной согласен, да? Да, я, конечно, согласен. Постараться придется, ну а когда не надо стараться? Всегда Ну, надо например, когда ты немножко. уже выиграл раундов 5. Когда ты выиграл раундов 5. Ну, в любом случае, надо собраться с мыслями, подтянуть яички и все-таки как-то попробовать затащить. А то как-то не Второй пункт очень по-христиански. важен, как ты думаешь, для Сики. Это яичко надо разбить на счастье. Вот разбил яичко, и все у тебя получится. Не, ну говорят, он должен наоборот, как бы не разбиться, ты когда бьешься, он должен это из чужого разбить. Да. А я его сегодня чистил, короче, просто взял, покатал по столу, оно у меня развалилось на две части. Потом пришлось чистить по частям и собирать его обратно. Такая сложная схема, слушай. Я это где-то в интернете почитал, что легче всего почистить яйцо, надо типа покатать его по ровной поверхности, и тогда ты очень легко его почистишь. На деле оно просто пополам развалилось. Поэтому это не очень схема. Слушай, я попробую, хорошо. Обязательно, сразу после трансляции покатать яичко. Так, так круто звучит. Нам тут зрители удачи желают, ну, точнее тебе. Участвует ли Биктанекс? Да, Биктанекс участвует в тандемных сражениях, по-моему. Но сегодня мы его показывать точно не будем. Если мы захотим, скажем так, либо он сам обратится к нам, то, конечно, его бой будет протранслирован. Но пока сегодня его точно не будет, потому что следующий бой будет между тандемами Ультиматум и Лак против Лузер и Сет Эксцесс. Вот ради тебя, енотик. Я не буду говорить. Енотик. Енотик мой любимый зритель. А да я подожди, люблю да. Зритель Открыть енотика. Его. Go to channel. У него там где енотик еще что-то написано. Я хочу прочитать, что. Воруй написано. Понятное дело. Енот, вор, все дела. У него там, кстати, на канале очень много интересного. Шашлык на воздушном шаре. Да, вот тут именно что шашлык на воздушном шаре, он мне тут говорит про яички не говорит. Про дошек тут у него есть много всяких постиков. Ладно, у нас уже начало раунда. Цика забирает ДА, выдает отличное лицо по Белеке. Отружается, видимо, не наносил урон и перезаряжается. Цика был в полуминусе, встает. Вы не выдает на лицо по Белеке, а вот стрелок 90-х забирает ДА, убивает Тружеца и будет еще забирать ДД. Цика в минусе. Как это красиво, ты видел было? Ну вот почему-то Турец вышел с карты, не совсем понятно, только почему он вышел. А он меняет вооружение, может. Что делать стрелок 90-х? Он просто падает в минус. Ну, то есть в эту пропасть, и флаг возвращен. Белека все равно увозит, это будет 1-0, держится на карте. Все так же, он на васпике своем. Ну, возможно, залагал, и у него не стреляла рельса. Вот сейчас он выдал проверочную. Ну, а Белека со стрелком воспользовались этим, этой заминкой и собрали весь дроп на карте. В итоге ведут в счете 1-0. Сейчас, конечно, трурятся, они не убьют. И будет шанс у красного тандема, у трурятся и Сики, все-таки как-то сравнять счет. Но сейчас напомню, стрелку 90-х и Белеке достаточно всего лишь мячу сыграть, то есть не проиграть этот раунд, и тогда они станут победителями, они пройдут в 1-32 уже. Так? Или не так? Они сегодня 1-64 играют же? Да, правильно, 1-64. Одну какую-то точно они играют. 1-64. Потому что у нас было около 270, по-моему, тандемов. Первый тур там прошел буквально в пару игроков, второй был 1-128 тогда, и вот сейчас 1-64, они придут в 1-32. Белека Да. Возит флаг на нетре, Сика ему препятствует, но Белека уверенно везет флаг, он выдает рельсу, вот
Чуть-чуть. Отлично, Сыка сыграл. Поспешил Успел совсем выдать. И просто. Турец, и стрелок. Какой же это все? Он кидает в минус. Цыка будет брать аптеку. Берет на аптеку уже целый. За ним едет Белека. А Цыка не совладал с картой. Но правда флаг оттуда вернуть будет проблематично немного для Белеки. Ну как проблематично, ты видел, то есть он проехал и вернул без проблем. И Он он не скидывает вернул. флаг от А, Белеку вернул, стрелок. да? Да, вернул флаг. Асика отлично фантомится, правда, врезается в стену. Кстати, стрелок ошибается. Ему надо Стрелок было видит убивать аптеку, он через Цикем. нее поедет, а вот Белеки проблемы, его Нет, убивают снова. так в этом-то и ошибся стрелок. Надо помочь было Белеке и убить ее преследователя. Стрелок с флагом, он выдает рельсу по Сике, мажет, правда, естественно, получит в спину от Трюреца, и его Белек убьют. выдержал. И сейчас Турец надо сбивать, и он просто минусует Белеку. А там еще ДДшка лежит на противоположном фланге, вот туда надо выдвигаться Трюрецу и поскорее. Ее видит отрежец, едет туда, но по нему летят рельсы. Одна за одной, стрелок на респах. Белека убивает отрежец, и Сика должен ехать за ДДшкой тогда. Иначе ее возьмет Белек. А Белек ее возьмет, потому что он убивает Сику. Но там тяжело. Нет, Белека Наставляет оставит под стрелка, все подстрелка. правильно. Но там и нечего было делать Сики, потому что рельса у него была вторая, и, соответственно, он проиграл эту микродуэль. Стрелку сейчас надо дождаться своего напарника и как-то поехать в рейд на красный флаг. Ну отлично, стрелок накидывает все спасики целому. Белека поверху вместе с стрелком едут в атаку. Они видят Дашку, через нее надо отыгрывать. Белека туда едет. Надо ее хотя бы взять, чтобы не ставить соперником. Все правильно. А стрелок пытался расправиться снизу, но только с одним он сумел расправиться. Белека на двойном дропе наверху идет. Или куда? Да, все правильно, наверх он едет. Аптеку не видит, которая падает еще там далеко очень. Так что надо рассчитывать только на свои силы и на своего тиммейта. Он дожидается ДДшки, все правильно, едет на одну рельсу, доставляет флаг, успевает, я так понимаю, потому что ребята из красной команды только респаются, причем почти одновременно. Ну, пока очень круто играет синий тандем. Вот сейчас Белека взял еще и аптеку, к тому же убьет Рореца. Сика, конечно, Не тут спешить ничего сейчас не надо. сделает. Отлично все он сделал, Сика мажет. Это будет доставка третьего флага от Белеки и Стрелка. Однозначно, и стрелок, возможно, выдержит одно лицо. Ну, а Трурец просто промахнулся, в принципе, по нему. А видит они ДДшку или нет? Надо ее забирать срочно, потому что сейчас оппоненты на нее выдвинутся. Но они вряд ли выдвинутся, потому что ближайших респов там нет. Стрелку надо бы подниматься и ехать за ДА. Зачем он сейчас в углу зажался? Он не видел, где находится Трурец, видимо. Да, смотрелся, но все-таки он добирается до этой дашки, берет ее и теперь едет в атаку на Сику, выдает рельсу, намажет. Но Трюрец на Да? ДД едет. Турец едет на ДД, но хотел сказать, не доезжает, но Белека промахнулся. Турецу надо было оставить Белеку и поехать просто за двойным уроном. Но в Белека итоге пойдет за сейчас. ДДшкой. Да, Белека пойдет за ДДшкой, и стрелок будет увозить. Отлично, вертушку он выдает по Сике. Сике ему в ответку, но Белека подстрахует своего напарника. Убивает он одного, убьет он и второго, и это будет счет уже 4-2. И можно уже на этой фантастической ноте писать кодовое слово, которое мы сейчас узнаем у нашего оператора. Пока не спешим, потому что все-таки 3 минуты Кодовое пока. слово все равно стоит написать, потому что времени Ну, до кодовое следующего слово, боя да, остается мало. обязательно. Да, следующий бой уже мы протранслируем буквально через 7 минут, а по крайней мере он по плану должен начаться через 7 минут. Поэтому мы ждем кодовое слово от нашего оператора. Белека сейчас будет. Надо, а не три, сбивать прицел Турецу. Отлично игра от него. Это уже 5-2. Аптеку хотя бы он не законтролил. Это уже радует, наверное, красный тандем. Да, обязательно это, конечно, радует. И Сика должен сейчас нее как-то отыгрывать, либо Трюрец. Потому что надо ее использовать обязательно, а не тиммейтом, вернее, соперником оставлять. Стрелка на респ с двух рельс. Отлично, Трюрец берет аптеку, и Сика едет доставлять. А если у нас кодовое слово, восклицательный знак приз, пишите сразу.
кодовое слово и свой ник в танках, чтобы упростить и сделать этот розыгрыш побыстрее. Сика же на нитре вырывается на синюю базу, есть у него и его тиммейта еще 2 минутки, чтобы попытаться как-то сравнять счет. Белека, наверное, ошибается немного. Надо было ему убить сначала Сику, потом ехать, да? Слушай, мне сейчас гениальная мысль пришла в голову. Наверное, есть Сика 6. Не знаю. Возможно. А сейчас, к слову, Сика-то на одну лесу, если Белека попадет, а он попадает, то у Трурецы будут небольшие проблемы. Вот Трурец как-то очень странно делает. В минус Очень лететь всегда странно. странно. Белека возвращает свой флаг, и стрелок на ДДшке должен выдавать по секирису, но нет, он съезжает вниз. Сейчас он видит ДДшку, пытается на нее заехать, там Трурец будет ему противостоять, но стрелок уже не будет фуловым, это хорошо для красного коллектива. Толконда убивает Трурец обязательно сейчас. Да, все правильно он делает. Сика теперь наверху. Стрелок понимает это. Отлично мансит и попадает. Супер. Нитро теперь на фул дропе будет пытаться возить, но одна, конечно, у него рельса остается в запасе, и он отправляется на респ. До конца раунда всего минута. 5-3. И тут, пожалуй, можно уже поздравлять Белеку и Стрелка. Начали они, конечно, не за здравие, но закончили точно как молодцы. Особо не ошибались после первого раунда, да и в минусы также не падали. Поэтому надо их поздравить с победой в этом поединке. Поздравить с проходом в следующий этап. Да, 40 секунд всего остается, и они уже в 1:32, где их будет ждать кто-то. Мы не смотрели сетки, поэтому мы не можем сказать. Кто-то их точно будет ждать. Вообще в 1:32 уже будет точно много интересных боев, поэтому и Big Tank, да, мы в 1:64, смотри, наблюдаем сегодня классные бои, что в первом, что во втором, то есть бои такие более-менее равные. Ну, конечно, технического брака было много тут. Непонятно, что с красным тандемом случилось, потому что первый раунд они еще очень круто начали, а во второй, третий, четвертый как-то слились, что ли. Не пошло, скажем так. И да, мы заканчиваем на этом. Что, мы сразу перейдем к розыгрышам, оператор? Да, конечно, мы можем сразу переходить к розыгрышу, потому три что... голда мы разыграем, наверное, да? Да.